Сегодня, в первый день выборов президента Российской Федерации, одним из первых свой избирательный участок в станице Северской посетил руководитель муниципалитета Андрей Дорошевский. Уважаемые земляки, сегодня стартовали выборы президента. Призываю всех прийти на свои избирательные участки и отдать голос за достойного кандидата. Прежде всего, это ответственность перед своим будущим, перед своими детьми, внуками, перед самими собой, потому что мы сейчас решаем и определяем судьбу нашей страны и ближайшие 6 лет, куда мы будем двигаться. На своем избирательном участке 41-43 проголосовал и председатель районного совета депутатов Владимир Захарченко. Выборы президента – это главное политическое мероприятие, всегда было и будет, потому что особенно сейчас на нас смотрит весь мир. Мы должны показать сплоченность нашей страны. Я считаю, что главнее политического мероприятия на сегодняшний день нет. На избирательных участках сегодня людно, многие предпочли посетить их в первый же день. Люди приходят целыми семьями. Выборы президента страны продлятся до 17 марта включительно.